центре Катманду, на площади Асан, торговый какой-то кипиш происходит. В общем, все торговцы, видимо, они все тут нелегально торгуют, пытаются спрятать быстро свои товары, вот, приходят военные, в общем, это все конфискуют, закидывают в грузовик. И вот непонятно, то есть у кого-то остались эти вещи, они вот их сгребают, собирают, куда-то там спасают, а у кого-то уже забрали и конфисковали. Видимо, они не могут дальше прилавков, наверное, выставлять свои мешки и товары. Вот, похоже на то. Всех заставляют освобождать. В общем, конечно, торговцы все недовольны, но при таком трафике, количестве людей здесь, конечно, это все должно как-то регулироваться. Например, тут женщина, у нее тут забирают какие-то, забирают прилавки, забирают товары, конфискуют, ящики забирают. What's going on? Cleaning. Good. Clean. Not to block. Yeah. Вот, местный мужчина сказал, что это вот они так расчищают проходы, потому что торговцы занимают все вот эти проезжие, прохожие части. И, собственно, такая вот муниципальная акция. Большая паника, конечно. Для некоторых торговцев тут, наверное, целые состояния все это. Сколько это все. Собственно, люди недовольны, у них все забрали какие-то, они там отвоевали свои пакетики. В основном, конечно, такая жесткая акция.